Вообще это очень интересно, когда выходят на сцену взрослые люди, играют детские песни, а теперь выйдут юные джазовые музыканты и будут играть взрослые произведения. Вот это вот в этом какой-то даже есть творческий баланс. С необыкновенной гордостью я хотела бы пригласить на сцену двух прекрасных финалисток, более того, обладательниц гран-при в разные годы самого престижного джазового конкурса в нашей стране, возможно, в Европе. Это конкурс «Гнесин джаз голос». А зовут этих талантливых музыкантов Алиса Рагулина, она играет на фортепиано, и Анастасия Иванова. Она еще много чего умеет, но будет сегодня только петь. К сожалению, мы хотели, чтобы она еще и сыграла, ну ладно. И поможет выступить музыкантам ритмическая секция ансамбля «Эльбен» Станислав Берштейн, Игорь Борискин. И прозвучит одна из самых известных джазовых тем, которую некогда для своего мюзикла «Звуки музыки» написал Ричард Роджерс. «My Favorite Kings». Yeah.